Махат Шариф Алимов в прошлом гражданин Таджикистана. Покинуть родину заставила нужда. Сейчас у него российский паспорт. Здесь есть нормально. То, что можно зарабатывать, можно жизнь улучшить, свою жизнь. А так в Таджикистане нет. Чуть сложновато в Таджикистане. Мне понравился Хакасия. По наш климат, короче, совпадает. Во-вторых, Хакасия, ну, как сказать вам, здесь вежливые люди. В республике уже несколько лет действует программа по добровольному переселению соотечественников. Приоритет отдается трудоспособным гражданам. Они имеют возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке, пройти профессиональное переобучение. А если новоиспеченные россияне открывают свое дело, они получают субсидию 120 тысяч рублей. Бюджет федеральный. Один из критериев, когда человек организовал собственное дело, официально он открыл его, да, налоговый встал на учет. И если он работает не более года, ну, конечно, мы хотим, чтобы человек продолжал эту работу, оказывал какие-то услуги или это было бы производство. Поэтому в данном случае 120 тысяч рублей, они пойдут на организацию его какого-то бизнеса в продолжение, в развитие. Вот это тот самый стимул, чтобы человек не закрылся. История Махат Шарифа Алимова – пример того, как не сидеть сложа руки. Став гражданином России, он открыл свое дело. Недавно составил бизнес-план и получил финансовую поддержку. Деньги потратил на инструменты. Сегодня бригада Алимова заходит на новый объект. Будут ремонтировать помещение для одного из абаканских кафе. А вот уже готовая работа. Банкетный зал сдали на днях. Махат Шариф мечтает перевести в Россию свою семью. В Таджикистане у него остались мама, жена и двое детей. Мария Мишнина, Александр Сердюк, РТС.